Итак, здравствуйте, дамы и господа, с вами канал Мариенбург ТВ и после матча интервью. Сегодня наша команда играла на выезде с Айскрозла и набрала очередные 3 очка. И я беру интервью у игрока сегодняшнего матча, у молодого перспективного полузащитника Александра Шаповалова. Добрый день, Саша. Добрый день. Что ты можешь сказать о сегодняшней игре по поводу командных действий? Все ли получалось и такой ли рисунок игры вам задал тренер? Ну, в общем-то... Тренер так нам сказал играть тренер, у нас было много защитников, поэтому как бы покатать мячик не получилось. Ну, дальняя передача, в первом тайме было бегать тяжело, очень. Просто солнце там все дела. Но во втором тайме солнце зашло, уже стало полегче. Ну и вот забили 2 гола. Сложно было играть. Скажи, пожалуйста, мне очень понравился гол номер 2. Ты получил мяч, технично разобрался с защитниками и очень так спокойно, хладнокровно подсек мяч, да, левой ногой. Скажи, как тебе удалось так спокойно забить мяч? 18 лет тебе все-таки, дебютант. Здесь так получилось, мячик отскочил. У нас, в общем-то, да, выход 2 в 3 был. Ну, как-то так подумал, сам уже пойду. Ну, удар. Но вратарь полгорода стоял свободно. И такой вопрос, Саш, скажи, пожалуйста, понравилась ли тебе игра сегодняшней команды? Вообще, и как ты можешь оценить по 10-бальной игру команды? Ну, единственное, что мячик держался, вот это было хорошо. Так, борьбу выигрывали. Спасибо тебе, Александр. Удачи тебе в спорте. Мариенбург ТВ. Добрый Макс. Саки Лудзо. Что ты на спеленд Мазет Цитас Хема, я? Он ту би Вене играет Узбурцес, я? Он артеви спеле диви ве трис айсерги. Катру моменту, пасаки, вай грути ты убиешь один? Ļoti grūti. Pirmkārt, mēs spēlējām izbrauk, mēs izbrauk man vienmēr ir grūti. Treškārt, laika apstākļi, karsts, piekuses, notusējies. Saki lūdzu, otrais jautājums. Vai visi jums uz laukumu sanāsa, ko jums prasīja treneris? Vai kaut kas nesanāsa? Pirmā puslaika bumba lidoja un pa gaisu un nebija tāds... Jā, treneris teica, ka vajag bumbu pie zemes pielikt, kaut kādams nesanāk, bet otrā puslaikā to centās izdarīt. Vairāk pa zemes spēlējām. Nu, man treneris deva uzdevumu, kur es domāju, neizpildīju. Gribēja savādāk, lai spēlēt, bet nekas. Paldies, Mātis! Весь был слабый, Мариенбург, такая узора. Добрый вечер, дамы и господа, с вами Мариенбург ТВ. После матча в интервью, сейчас я возьму интервью у молодого защитника нашего клуба, Даника Шаронова. Привет, Даник. Здравствуйте. Сегодня состоялся дебют у тебя во взрослом футболе, во второй лиге, да? Ты вышел в основе, отыграл весь матч в защите. Скажи, пожалуйста, что ты можешь сказать о своем дебюте? Для первой игры, я считаю, сыграл плохо, хорошо, но были ошибки, много было ошибок. Тяжело было играть первый в своей жизни, такие взрослые 90 минут, и тяжело было, да. Скажи, пожалуйста, Даник, взаимодействие с партнерами, линия обороны действовала довольно слаженно, да? Вы наигрываете на тренировках вот именно выход из обороны, да, и взаимодействие между защитниками? Да, мы все это тренируем, у нас было неплохое взаимодействие между собой, мы всем было присутствовал подсказ, друг другу подсказывали. Все хорошо было в этом плане. Такой вопрос, Даник. Как ты считаешь, за счет чего вам удалось сегодня одержать победу в столь непростой игре против команды соперника? Пришли поддержать зрителя? Ну, наверное, мы больше хотели, как бы не зависимости от того, что к ним пришли зрители, их поддержка была, лучше, значит, мы больше хотели. Сегодня вы провели первый матч на ноль, да? Вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности. Как ты считаешь, что поспособствовало этому? Низкий класс атакующих футболистов противоположной команды или же все-таки хорошая игра вашей команды? Наверное, это и другое, то, что они очень мало, их было очень мало близких ударов, все время они отходили с трека, били, и наши защитники тоже постарались.
Спасибо, Даник. Я желаю тебе успехов в спорте и в жизни. Это Маринбург ТВ. До скорых встреч.